К 95-летию комсомола в Иванове приурочили большой праздничный концерт. На торжественный вечер в городском центре культуры и отдыха собрались все, кто имел отношение к этой молодежной организации, и вспоминают о былых временах с большим трепетом. В Ивановской области комсомольцами были около 200 тысяч людей. ВЛКСМ объединил самую образованную и самую талантливую советскую молодежь. В жизни многих членство ВЛКСМ открыло большую дорогу в будущее, предоставило возможность продвигаться вверх по карьерной лестнице. Воспоминания комсомольцев всех возрастов овеяны особой романтикой. Дух того времени непременно ассоциировался с предвкушением больших жизненных побед. В 1977 году мне в райкоме комсомола вручали комсомольский билет. Конечно, большое волнение испытывал. И я этот день помню прям покадрово, что называется. Я говорю, такое волнение испытываешь только в том случае, когда вот ребенка из роддома забираешь. Поэтому, наверное, может быть, это было, потому что я 14 лет, такие воспоминания. Но все-таки я убежден, что вот та школа, она была, конечно, великой школой воспитания молодежи.